команды. Турнир по мини-футболу, 4 человека в поле, 5 вратарь, но понятно, что в каждой команде не 5 человек, а больше, там, до 10 человек, для того, чтобы можно было делать замены, обратные замены. И, значит, первая команда – это чиновники и депутаты, вторая команда – это бизнесмены, третья команда – сборная спортсменов, как ныне играющих, так и тех, кто, ну, известные спортсмены, которые уже в большом спорте, да, не игравшие, да, ну, которые там на тренерские работы пришли, или как Олег Машкин перешли в чиновники, да, ну, вот он как раз за чиновников играет. И шоу-бизнес, там будут играть ребята из команды «Легко и просто». Мы пока не знаем, планировали, что и вот Сергей Мельников и я будем играть за команду шоу-бизнеса и... Но там так много людей, так хорошо играющих, что мы все-таки будем играть за журналистов. Там тоже, кстати, есть много ребят, которые довольно-таки неплохо играют в футбол. Поэтому, ну вот, судя по тренировкам, у нас уже было 2 тренировки, что составы разные, и мы уже наигрывали составы, вернее, равные, и наигрывали составы, и, в принципе, каждый мог обыграть каждого. Поэтому турнир пойдет по круговой системе, то есть каждый сыграет с каждым, и та команда, которая наберет наибольшее количество очков, получит кубок. То есть в 13:00 начинается прямая трансляция. Мы вам скинем всем ссылку на прямую трансляцию. Если у вас есть возможность, то можно новостью опубликовать, да, чтобы народ мог смотреть. Потому что дело в том, что не так много места в этом зале в Соляных. Это на втором этаже в Соляных. Футбольное поле для мини-футбола. Ну, там как раз, ну, разве что могут снимающие там фото-журналисты. Потому что, ну, пишущие могут, в принципе, посмотреть это даже с телефона. А вопрос, журналистам вообще будут где работать? В лоб мяч не залетит? Ну, там же не огорожено никак? Ну, да, есть места такие, где можно поснимать. Там просто они предусмотрены чек на 50, поэтому мы, наверное, с ребятами, те команды, которые, допустим, не играют, мы будем стараться все-таки там находиться в зоне, там у нас есть там зона кроссфита, мы там разминаемся, то есть скорее всего, чтобы больше журналистов могло там встать именно за этой сеткой, где скамейки стоят, чтобы нормально сняли все. А вот вопрос сразу организационный, у вас чем обоснован выбор именно такого мастера?